любимый. Но не осталось, не осталось твоих волос стеклянных дым, и глаз осенняя усталость я сердцем никогда не убью. И потому на голос чванства сказать не стремительно могу, что я покончил с хулиганством. О, возраст осени, он мне дороже юности лета. Ты стала нравиться вдвойне воображению поэта. Ты стала нравиться вдвойне воображению. И непокорной отвагой уж сердце напило зимой, как отрезвляющую прагой ко мне в окошко постучал сентябрь-осенний ветка ивы, чтоб я готов был и встречал его приход неприхотливый. Дорога юности и лета, ты стала нравиться вдвойне воображению поэта. Прозрачно я смотрю вокруг и вижу, там ли, здесь ли, где-то ли, что ты одна, сестра и друг, подальше спутницы и поэта, что я одной тебе бы мог. Воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящим хулиганстве. О, возраст осени, он мне дороже юности лета. Ты стала нравиться вдвойне воображению поэта. И еще одна песня на слова Есенина. «Сыпь, Тальянка». Радость, где ж ты, моя участь?
певица, народная артистка Советского Союза Людмила Зыкина так говорит о Григории Пономаренко. Песни Григория Пономаренко необычайно сердечны, просты и трогательны. Петь им было для меня счастьем. Каждая строка, каждая нотка отвечает за себя. В его песнях я нахожу все – и забвение, и радость, и силу, и вдохновение. Когда я пою их, мне хочется жить. Если это любовь, то настоящая. Если это печаль, так трогающая душу. Если о России – с такой истинной верой, отдачей. Жить его музыке еще очень долго. Музыке, которая при жизни композитора стала народной. Выдающаяся судьба. На сцену выходит мужской ансамбль хоровой капеллы мальчиков и юношей детской школы искусств номер 1 города Березовский. Слова Виктора Бокова, музыка Григория Пономаренко. Я назову тебя Зоренькой. Дирижер Владислав Осипов, концертмейстер Ирина Русских.